Наливайте, наливайте, смелее уже. Сколько? Наливай, наливай, наливай. Вот и все, вот она халява, бамс. Аккуратно, 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 пожалуйста, аккуратно, аккуратно. Спасибо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно, Таня. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно я иду, аккуратно, спасибо. Дидо, Дидо, тикай. Та-дам. Спасибо. Оп. Спасибо. Шпок. Спасибо. Ой, простите меня, пожалуйста. Откуда вы вино вестимо? Добрый вечер. Приветствую вас в Грузии. Ну, они не могут. Расслабься, раскрепостись. Ну, Анга, отдаить забывай. Давай, грузи, все, поехали. Давай. Что дальше? Я люблю грузинскую кухню не потому, что я грузин. Я другие тоже знаю, но хинкали, хачапури все знаете. Хоми, ларджи, там, чакапули, может быть, знают все, все равно. Но надо харчо, надо. Я забываю так много и очень вкусных блюд у нас. Кто любит есть, пусть приезжает в Грузию. Слято. Как это выглядит? Как надо идти вниз? Так, там аккуратно по форуму. Вот здесь это змеиное место. Нет, вот внизу здесь. Камни не шевелите. Вступайте по большим камням аккуратно. Все, круто. В общем, мы идем вниз. Тот, кто пьет томатный сок, будет тощий и одинок. Тот, кто пиво пьет Бобров, будет весел и здоров. Приезжайте в Архангельск попробовать местного пива. Живые? Нормально все? О, а дай это, сфотай меня, я на земле лежу, как будто я упал. Быстренько сфотай, как будто авария, сфотай. Ты и так все время на земле лежишь. Быстро, как будто авария, Лен, давай фотки, быстро. Мне кажется, я не записала прошлое видео, я не могу. Да потом, знаешь, уже все, уже не вернешь. Поэтому ты не оператор, быстро туда. Вот. Давай, все, фотай меня. Давайте запишем лайв, давайте уедем и запишем. Мои валенки. Мне дали валенки. Ноги мокрые насквозь. Я не знаю вообще, как это все комментировать. У меня лед просто. Лед в ногах. Надо лайв записать нам, и я уйду. Вот она, ребята, командировка вот эта вот города Архангельск. Мы стоим, покажи, смотри. Середина просто. Середина реки Северная Двина. И никого здесь нет, никого. Мы пришли на съемку, снимали, все уехали, и мы остались. А теперь нам идти вот до того моста. Там все в воде. Ты же не бросишь меня тут, правда? Все, я считаю, достаточно.